weeks and because of those fights and because of those decisions. So I feel like it's part of life. Я боксирую в 160-168, то есть у меня нету конкретных задач прыгать, скакать по весам, то есть я не хочу. То есть эта идея была раньше, скажем, 10 лет назад, но у меня не получалось. То есть никто не хотел боксировать ни в 154, ни в 175, то есть в этой весовых категориях, то есть у меня не было возможности боксировать. В данный момент я хочу просто боксировать, и я надеюсь, у меня будут интересные бои. I don't necessarily have a specific weight that I would like to go with. It's in my career, I've been between 154, 175. Not a lot of people would like to fight in that fight. So I basically am looking forward to good fights in whatever weight happens to be. Я знаю, что это не битый парень. Я честно, откровенно скажу, я немного знаю о нем, но выглядит очень достойно, то есть голодным, и я думаю, в данный момент что он действительно будет готов к большому бою, потому что здесь происходят только большие бои. I'll say honestly, I don't know a lot about him. I know he's undefeated. From what I can see, he looks ready, he looks hungry, he looks like he deserves this fight, and I'm sure that on June 8th he will come here prepared to fight. Вообще, то есть мне не интересно, что он говорит, потому что не все слова его правдивы, и то есть я не обращаю внимания, то есть он сейчас говорит о каких-то стилях или о том, что он сказал, но мне это не интересно просто-напросто. I'm not specifically interested in what he has to say. I don't really care about what he says, because a lot of times I know that things that he says are not necessarily true, so it doesn't matter what exactly he says, I don't think about it. То есть мы до этого разговаривали на пресс-конференции, более четко ответили на, скорее всего, вопрос именно о том. Mm-hmm. У нас был список ребят, которые мы согласовывали с Дазоном, то есть это именно остановились на этой кандидатуре, потому что это, наверное, тот парень, который был готов и был одобрен всеми. We had a press conference before that, and Tom is probably a better person to answer on that question, but basically Dazone had a list of people that were ready, and it seemed that Steve was the one who was the readiest and ready to fight.